Мария Халилова знает свою работу от А до Я. На рынке 10 лет. Ассортимент широкий: яблоки, инжир, помидоры, малина, клубника и кизил. Здесь все крымское. Цены на фрукты и ягоды пока держатся в прежнем диапазоне, в отличие от овощных. Ну, картошка подорожала на рублей 20. Стоит сейчас? 65, была 40. Сейчас 65 стоит. А с чем связано? Вот мы знаем, что и картошка, и лук вот резко подорожали. С чем связано? Ну, во-первых, с погодой. Были вот эти сильные дожди, это свекла у всех, ну, у многих погнила. Сейчас, наверное, картошка также. Свежие, полезные, богатые витаминами продукты на каждом шагу. Дефицит овощей и фруктов на рынке нет. Товары продают оптом и в розницу. Ассортимент на любой вкус, цвет и кошелек. Вот сейчас сколько луковицы это зависит? 35. 35. Ну это ж одна луковица. Это ж вообще. Цены на борщевой набор в среднем выросли на 6-7%. Асан Исатов в торговле более 15 лет. Очень подорожал картофель. Раньше его можно было купить по 25-30, а сейчас вот до 50 цена повысилась. Симферопольцы говорят, новые цены бьют по кошельку. Цены меня не устраивают. Большие цены. По ценам ничего не могу сказать. Вот ассортимент хороший, да? По информации Крымстата, по сравнению с прошлым годом, некоторые продукты и товары в среднем подорожали на 6%. А вот стоимость яиц, сахара и подсолнечного масла, наоборот, снизились. Капуста более всего подорожала практически в два раза. Морковь, картофель где-то на 50%. Но при этом довольно существенное снижение цен на помидоры и огурцы, а они также занимают довольно большой удельный вес, скомпенсировала вот этот тот прирост, про который я сказала, на борщевые, вот борщевого набора продукты. Контроль за ценами на социально значимые продукты в ближайшее время усилят. Осуществляем мониторинг цен на постоянной основе, регулярно, еженедельно. Есть разные группы товаров, 26 товаров и 40 товаров. Докладываем руководству республики по концу недели, по окончании недели информацию в графиках, в ценах, для того, чтобы руководство республики могло видеть ценовую ситуацию. Со следующей недели запланировано проведение еженедельных совещаний, на которых будут подводиться итоги мониторинга цен на социально значимые продукты по всем регионам Крыма. Графики все будут на сайте Минэкономразвития Республики Крым полностью еженедельно с мониторингом, что поднялось в цене, что опустилось в стоимости, какая реальная ситуация, ну и, соответственно, какие управленческие решения приняты по тому или иному вопросу. Это поручение президента, вы видите, уже на федеральном уровне полностью созданы комиссии. Но, тем не менее, там, если даже где-то быстро нам не удается доходы поднять граждан, к сожалению, то есть если такая тенденция, то вопрос цен точно мы можем промониторить и, по крайней мере, от спекуляций на этом направлении и избавить, коллеги. Ну, трезво должна быть картина, там, посредников максимально в этой ситуации с рынка убрать, с тем, чтобы люди получали конечный продукт на максимально коротком плече от производителя. По словам главы Крыма, одной из мер по снижению цен станет увеличение количества торговых точек крымских производителей для реализации продуктов питания. Также ярмарки в городах республики будут проводиться каждые выходные. Алиме Мустафаева, Алим Сейдалиев, телеканал «Милет».